Всем привет, физкульт, привет. Вот такой красивый Хонд нам приехал. Модный, красивый. Будем его немножко лечить. Его чуть-чуть градом побило. Красивая, приятная машинка. Но слегка подубитая градом. Вот, цвет красивый, нарядный. Вот так. На солнце смотрится очень красиво. Вот, будем вот такую красоту чинить. Посмотрим, как металл кореянческий. Вот, тут изгибов на ней, мама дорогая, сколько. Вот не дай бог такую машину рихтовать. Замучаешься вот это все выводить. Но говорят маляры, дядь Саша, шпаклевка творит чудеса. Вот, так что я думаю... Все будет нормально. Мы не будем ее шпаклевать. Вот, а будем ее выправлять. Вот цвет красивый. Все очень красивая, элегантная машина. Вот, красавишна. Ну и блин, цена у нее тоже такая непростая. Вот. Так вроде вмятин не видно. Пока не поставишь лампу. А потом, как лампу поставишь, сразу их в 2-3-4 раза становится. Вот, а так вот не видно ничего. Ровно, все красиво. Ладно, удивимся, как говорится. Потом будет сюрприз, чуть позже, когда лампу поставим. Вот такой небольшой анонс. Очень приятная машинка такая. Стильненькая. И длинная, наверное, она метров под 5. Целый гараж занимает практически, обычно машинку ставишь так. Тут место, ну, побольше, вот до сюда где-то стоит. А тут уже, и тут уже как бы целиком все занято. Вот такая машинка.